Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Дезертир, и я хочу рассказать вам, что вас ждет на этой неделе, а также немножко поговорить о том, что происходит на канале. Итак, по поводу этой недели. На голосовании нас ждут следующие игры. Escapist, Agar.io, Castle Crashers, Planetary Annihilation, Serious Sam, Space Engineers, Бесконечное лето, Spore, Dark Souls и, наконец-то, 60 секунд. Собственно, по голосованию на данный момент все. Спешите проголосовать, и вы увидите интересные игры. Что касается победителей этой недели, это Rome Total War 2. И этот стрим будет в субботу. То бишь уже вот-вот, если не ошибаюсь, 3 числа. Такие вот дела. И я хотел поделиться с вами одной маленькой вещью по поводу ваших ответов в комментариях. Того, что я не всегда могу ответить всем, но вовсе не из-за того, что мне лень или еще что-то в этом духе. Нет, все не так. Все потому, что есть комментарии типа вот этих вот двух. Например, почему ты не хочешь серьезно заняться каналом и так далее. Я не могу ответить этим людям. Я, как бы, конечно, лайкнул комментарии, тем самым показав, что я, типа, их заметил, что я это прочитал. Например, я могу сказать, почему шел звук с задержкой, да, то есть по той причине, что я, честно, не знаю, у меня каким-то образом сместилась дорожка при рендере. Просто то ли я ее случайно задел, что-то не так пошло и что-то, в общем, не знаю. Честно, я не знаю, но дорожка именно моего разговора, то есть микрофона. Дорожка же игры шла как надо. То есть там сместилась только одна дорожка. Поэтому звук не весь шел с опозданием, а лишь мой разговор. То есть мой диалог и не более. Что касается, допустим, заняться серьезно ли каналом. Ну, во-первых, смотря в чем смысл занятия серьезно каналом, да, то есть что вы под этим подразумеваете. Если вы подразумеваете, допустим, выпускать видео там по 200 штук в день, ну, у меня, к сожалению, нет такой возможности. Я выпускаю видео, как только я, например, прихожу с работы, либо когда я себя нормально чувствую. Во-вторых, я делаю видео в большей степени действительно как бы для себя, потому что мне это нравится, и для вас, потому что вы этого просите. То есть я не стремлюсь набирать огромное количество подписчиков, да, то есть мне это в принципе особо не нужно. Да, было бы неплохо, я не против, но я это в основном делаю для себя, потому что мне просто нравится этим заниматься. Это мое хобби, да, к сожалению, у меня нет возможности заниматься этим более как-то постоянно, да, то есть что-то пытаться сделать, но вот как-то все вот так вот проходит. Итак, ладно, к чему я клоню? Чтобы у вас появилась кнопочка «Ответить», и чтобы я наконец смог общаться с вами, ребята, дорогие мои друзья, вот как у Доги, видите, у него есть кнопочка, а у вас нету. Итак, чтобы она появилась, вам нужно зайти на свой канал, нажать вот здесь вот кнопочку Google Plus, ну, она у вас там может быть чуть смещеннее, не имеет значения. Далее, вот в этом профиле вы берете, нажимаете сверху профиль, ну, даже не нажимаете, просто наводите, у вас открывается менюшка. Нажимаете «Настроить». И вот здесь вот есть две вещи, которые вам надо изменить. Кто может общаться с вами и видеть ваши записи. Итак, вот, вы должны вот в этом и в этом поменять на «Все», потому что, скорее всего, у вас стоит только «Я». Но как только вы смените на «Все», вам сразу достанет доступна возможность ответа на комментарии. В связи с чем я смогу наконец-то давать вам развернутые ответы по вашим вопросам, ну или комментировать какие-то ошибки своих видео. Такие дела. К сожалению, по Игромиру в этом году от меня ничего не ждите, я на это время немножко уеду, поэтому не смогу ничего записать и, к сожалению, не попаду на него сам. Но будет интересно что-нибудь увидеть, поищу что-нибудь, посмотрю и, возможно, что-нибудь расскажу, свое мнение. Но все же самое главное, что я хочу вас попросить, это оставлять как можно больше интересных комментариев на тему того, что бы вы хотели увидеть на моем канале, ну или наоборот, не видеть. И так далее. Кстати говоря, недавно один человек мне написал, чтобы я попробовал сделать как-то стрим по Варкрафту и попробовал чередовать его. И я подумал над этим. Знаете, я пришел к выводу, что так как Варкрафт является игрой Blizzard, а мы с Элкином любим игры Blizzard, и я решил, что будет раз в 3 недели стрим по Варкрафту за место Старкрафта, то бишь будет не торговый ряд Старкрафта, а, ну, скажем так, торговый ряд по Варкрафту. Такие вот дела. И посмотрим, как вы это примете. Кстати, пишите в комментариях, как вам эта идея, нравится или нет. И, возможно, тогда что-то изменится. А может и не изменится. А вот. Если вам эта идея понравится и вы ее активно поддержите, значит, этот метод замены стримов на Warcraft периодически войдет в систему и будет работать как надо. Ну, а если нет, то что ж уж сделаешь. Ладно, всем спасибо, всем удачи и пока-пока.
В связи с чем вам никто не может отвечать на комментарии? В связи с чем вам никто не может отвечать на комментарии, но как только вы смените на все, вам сразу... В связи с чем...